Извините. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю! Останься здесь, с ними. Ни за что. Спасибо. Ты только посмотри. Потрясающе. Но вот то, что с вершин идет снег, это не к добру. Тропа ведет вверх по склону. С вершины откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. А, черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально! Чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Надо перепрыгнуть! Да-да-да-да! Хватайся за руку! Держу! Лара, чтоб тебя! Меня чуть инфаркт не хватил! Ты в порядке? Ага! Пошли! Похоже, нам туда. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой дом? Шансы, конечно, невелики. Сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город,
Я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Идем медленно. Держись рядом со мной. Берегись! А, черт! Чудом спаслись. Перепрыгну! Твою мать! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Ладно, травливаю трос! Лара, еще чуть-чуть! Давай! Я держу! Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да! Я тебя вытащу! Черт! Там! Вот там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была! Ну же, Лара! Лара, я тебя не удержу, веревка выскальзывает. Да что же? Лезь, лезь! Прощайся в укрытии!
Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Анна! О, боже! Прости, пожалуйста. А что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах. И решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был... нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты все! Ты все!
Они же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Черт! О, нет! 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 Отступать поздно. Она должна быть здесь. В папиных документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Неужели добралась? Им 1000 лет, как минимум. Все сходится. Невероятно.
Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это... слово... пророк. Выходит, папа был прав. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Так, здесь он... исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Ее нигде не видно. Погибла, наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу до заката. Они ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел.
О, нет. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Чтоб тебе. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Береи. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что...
Пророк убит орденом Троицы. Они пробиваются внутрь. Невероятно. Подняться. Может, если повысить уровень воды?
Вода удерживается шлюзовым затвором. Вот если бы его поднять. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах, сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв, могу в этом поклясться. Они почти внутри. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице.
Милорд, последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной Ордену Троицы будет положен конец. Надо поднять уровень воды. Если я смогу забраться на ту балку...
Нашла. Я упустила. Эй, вот здесь внизу. Ставьте заряды. Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай,
Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара! Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция! Болезни, страдания, смерть в прошлом! Ты вообще себя слышишь? Иона, мы столько вместе пережили, ты же знаешь, что это... Может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял, не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Черт, Лара. Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Возвращайся. Не пытайся меня искать. Это моя миссия. Надо найти убежище.